Телеканал КРТ представляє. Наприклад, європейські країни, вони потроху починають виходити з карантину. Тобто, ну, перше у нас Чехія, далі у нас іде Данія, Норвегія, Австрія, Германія, навіть Італія, це у нас рахується європейський Ухань європейського розліву. От, навіть Італія планує з 4 травня, ну, послабити ці заходи карантинні. Але, а Україна поки не збирається цього робити. З чим це пов'язано, на твою думку? У нас начебто не сама гірша ситуація з коронавірусом. Во-первых, это связано со страхом правительства и представителей власти брать на себя какую-либо ответственность. Они прекрасно понимают, что наша медицина в пятой точке, простите за выражение. Ну, это правда, давайте называть вещи своими именами, я только за это. И для того, чтобы не нести ответственность за возможные развалы потенциальные, которые могут быть, если будет большой наплыв заболевших, они вот применяют эти меры. С другой стороны, еще они хотят показать европейским партнерам эффективность и эффективную политику в плане борьбы с коронавирусом. Вот, смотрите, какая мы цивилизованная европейская страна. У нас, несмотря на то, что такая не очень хорошая медицина, у нас получается держаться на достаточно приличном уровне по заболеванию коронавирусом. Хотя тоже никто не может гарантировать достоверность результатов, статистики, которую нам показывают, потому что я все чаще и чаще, вот лично на своем примере, там встречаю кучу историй от реальных людей, которые болели коронавирусом и болеют некоторые из них до сих пор, но ни один ПЦР-тест, вот этот, который не экспресс-тест, а который более качественный, глубокий, там и несколько дней надо на это тестирование, не показывают достоверных результатов, а люди узнают о том, что у них двухсторонняя там, пневмония, узнают об этом из результатов КТ, когда уже все в очень плохом состоянии, и им, конечно, туда уже прям в исследовательские и в эти центры, лаборатории вызывают скорые и начинают их вести на скорых и срочно госпитализировать, и даже в больницах до сих пор никто не понимает, что с этим всем делать. Поэтому хорошо это или плохо, такие карантинные меры, для нашей экономики, конечно, плохо. И мы видим, что люди и бизнес постепенно начинают реагировать. Уже очень много митингов всяких. В Херсонской области проводят митинги. Рестораторы в Киеве собираются проводить. Они требуют открытия летних террас, площадок для того, чтобы хоть как-то люди работали, потому что ну, невозможно так долго сидеть в изоляции и ну, как бы не зарабатывать денег. Потому что есть нормальные арендодатели, которые, ну, грубо говоря, понимают ситуацию и готовы там, снимать какую-то часть платы за аренду. А большинство на самом деле не готовы, а люди не могут платить эту аренду, и их бизнес валится, и им надо что-то с этим делать, а государству нашему тоже придется с этим что-то делать. Ну, якщо так пошукати якісь позитивні речі, це те, що я із останнього почув. Один із представників нашого Міністерства охорони здоров'я заявив, що реформа Супрун, там у неї є друга стадія, до якої ми, в принципі, підійшли. Ми зараз дивимося наслідки від першої стадії. А от що стосовно другої, її може і не бути, нам так сказали. Ну, прости, я тебе переб'ю, звісно, але другий етап медреформи почався з 1 апреля. Это второй этап, как раз, когда некоторые медицинские учреждения, те, которые не могут выйти на самоокупаемость, они, во-первых, теряют финансирование, а во-вторых, там массово начинают увольняться люди просто потому, что им нечем заплатить заработную плату. И вот об этой части медреформы и идет речь, которую хотят отменять. Но она уже идет, к сожалению. Да, ну цікаво, цікаво, в принципі, що будуть робити наше керівництво. В принципі, це дуже дивно таке проводити під час карантину. Тобто ми закриваємо різноманітні ринки, ми закриваємо заклади, торгівельні центри, і в той самий час ми даємо можливість працювати ломбардом і зменшуємо кількість лікарів. Ну, я сподіваюся, що разум возобладає, вот, і
хотів би тебе запитати. У тебе вийшов дуже цікавий випуск, ясно-понятно, він пов'язаний з імунним паспортом. Ти могла б трошки розказати, що це таке? Над імунним паспортом думають уже многие страны и пытаются это даже вводить. Первые это начали делать в Китае, там проводят специальный тест на наличие определенных антител у тех людей, которые уже переболели коронавирусом, кто-то переболел бессимптомно и хотят этим людям выдавать специализированные справки или так называемые паспорта иммунитета, которые будут им давать, по сути, пропуск в нормальную жизнь. Эти люди смогут свободно путешествовать в теории, смогут там работать в сферах, связанных с соприкосновением с другими людьми. Но вот с одной стороны, вроде как, да, эти люди вне зоны риска, и хорошо, что они будут жить дальше, ну, в смысле, нормальной жизнью и пользоваться всеми благами человечества. А с другой стороны, это вот какая-то очередная сегрегация и деление людей на таких вот здоровых, грубо говоря, назовем их так, у которых есть эти антитела, и на потенциально заразных, которых все будут бояться. Иммуносведомые люди и несведомые. Да. Ну, можно и так сказать. И это еще будет один момент вот такой мировой сегрегации и кластеризации общества, выделения какого-то там сверхкласса человека, который там переболел коронавирусом, либо же имеет к нему антитела. Ну и, конечно, сторонники конспирологических версий говорят о том, что это все будет вживление чипов. И вот, я как раз до чего и хотел довести, да. Иметь власть правительства США, ну или Китая. Просто сторонники версий самых разных еще не определились, кто будет иметь мировое господство. Все-таки Соединенные Штаты или Китай. Ну, поживем, увидим, как говорится. Да,